You believe it in your heart. Вы верите этим своим сердцем? That Christ died for you. Что Христос умер за вас? Believe in your heart. Поверь в своем сердце. That He was raised from the dead. Что Он был воскрешен из мертвых. You confess. И ты исповедуешь. With your mouth. Своими устами. That Jesus Christ is Lord. Что Иисус Христос есть Господь. And you act upon that confession. И ты действуешь на этом исповедании. By repenting from your sin. В покаянии в твоих грехах. You will be saved. Ты будешь спасен. And you don't have to fear and worry about His judgment. И тебе не надо бояться Его осуждения. Because His judgment for you. Потому что Его осуждение на тебя. Fell upon His Son. Оно упало на Его Сына. Jesus Christ. Иисуса Христа. Therefore. Итак. There is now no condemnation. Теперь уже нету осуждения. For those who are in Christ Jesus. Для тех, которые во Христе Иисусе. There is no condemnation. Уже нету осуждения. And I just start weeping and crying. Начал рыдать и просто плакать. And I start praying in tongues. Молиться на языках. And I couldn't understand what was going on. It was so powerful, and I started looking at my skin. Я не мог понимать, это было настолько сильно. Я посмотрел на свою кожу. And I saw through my skin, and I saw Jesus inside of my body. Я увидел Иисуса, как он был в моем теле. Oh, but when you see His beauty. Но когда ты увидишь красоту Его. Who cares about the cost? Какая разница цены? When you see what He's done for you. Когда ты увидишь то, что Он сделал для тебя. Who cares what this world has to offer? Какая разница, что предлагает этот мир? All that matters. Все, что имеет значение, is Jesus. Это Иисус. Is Jesus. Это Иисус. Everything else, все остальное, is temporary. Оно временно. Jesus, Иисус, is eternal. Он вечен. Он вечен. Он вечен. The everlasting love just filled me up again and just gave me more of His anointing and more of His. Оно сильно пугало меня, но Он дал мне свою любовь и помазание и больше своей любви и радости, больше всего. Yeah, something like this. I said, Lord, I'm not satisfied where I'm at. I want more because I'm hungry. Я хочу видеть больше, потому что я жажду. Don't let me go back hungry. Не позволь мне вернуться голодным домой. He said He chose me. Он сказал, что он избрал меня. He said He picked me. Он сказал, что он выбрал меня. And He said, if I remain in Him, He'll remain in me. Он сказал, что если я буду в нем, он будет во мне. And when I said I forgive. И когда я сказала, что я прощаю. I just felt so much love going through me. Я просто почувствовала, как любовь Божья, она происходила. Она начала касаться меня, я не могла перестать плакать. Просто молилась. Почувствовала как бы огонь. Горячий огонь. Он сошел на мою голову. Я опустился по всему моему телу. Я сказала, я хочу. Библия говорит, Eye has not seen, что глаз не видел, nor ears heard, и ухо не слышало, nor has come up to the heart of man, и не приходило в разум человеческий, what God has prepared for those who love Him, то, что Бог приготовит для любящих Его, but God has revealed it unto us, но Бог by His Spirit, открыл это нам Духом Своим, and the Holy Spirit anoints you to preach the gospel, и Дух Святой помазал вас проповедовать Евангелие, the message of the cross, послание Креста, the message of God's love for humanity, послание Божьей любви для человечества, the message of His death on the cross and His resurrection from the dead, послание смерти на кресте и воскрешение из мертвых. Veil that separated you from the glory of God. То, что закрывало и отделяло тебя от славы Божьей, has been removed. Оно было убрано. Has been torn. Оно было because порвано. Of the blood of Jesus Christ. Из-за крови Иисуса Христа. You can have clean hands. Ты можешь иметь чистые руки. And a pure heart. Чистое сердце. And you can freely ascend the hill of the Lord. И ты можешь просто даром подниматься and на гору Господню. And lift up your soul not to an idol but to Jesus. Ты можешь возносить душу свою не идолу, но Иисусу. And you can behold His face and His glory. И ты можешь видеть Его лицо и Его славу. With no fear of death. Без всякого страха смерти. With no fear of judgment. Без страха осуждения. With no fear of condemnation. Без страха приговора. Because of the blood of Jesus Christ. Из-за крови Иисуса Христа. Has cleansed you. Она очистила тебя. From all of your sins. От всякого греха. In Asheville, North Carolina, Jesus Christ is Lord. Большой аплодисмент.